Я требую начать вести здоровый образ жизни, обязательный для всех здесь присутствующих. Значит, а что надо делать? Ну, прежде всего, на время, пока Женя здесь, категорически запрещаю курение. Запретить выпивку в течение месяца. Что? Целый месяц? Ну и, естественно, здоровое питание. То есть никакой тяжелой пищи в течение дня. И вообще никакой пищи после 6. Ну, для дела тогда я согласна. Для дела. Не, подождите, люди добрые. А что же это получается? Анатолич как жил, он так и будет жить. А у меня целых 3 запрета. Нет, подожди, это у ваше такое правосудие, да? То есть Анатолич под следствием сидел, а я получаю целый месяц строгого режима. Ты куда? Спать!